Приветствую вас на канале. Если у вас автомобиль с хорошим современным большим экраном, но в нем нет нормальной навигации, YouTube и прочего, то в принципе, если не менять магнитолу, вам поможет Android Box. Вот есть вот такой вариант. Здесь идет инструкция на английском языке с картинками. Подключение довольно простое. Сам Android Box представляет собой вот такую коробочку небольшую. Далее идет у нас USB на USB-C кабель. Это у нас идет передатчик GPS-антенны. Это сама GPS-антенна. И кабель питания, собственно, вот этого передатчика. Это нужно для того, чтобы у вас GPS-антенна подключалась не в саму коробочку. Если вы ее вдруг будете просто подключать в USB, тот же бардачок, подлокотник или там, где у вас пепельница, чтобы у вас не было кучи проводов. По сути, подключение, если мы не берем GPS, раз, и вот USB. С самого бокса у нас есть один USB вход, то есть можете подключать туда какие-либо устройства. Если вам этого мало, просто покупаете какой-то разветвитель с одного USB на несколько. Это уже кому как нравится. Да, важный момент, что для того, чтобы у вас работал этот Android Box, у вас должен быть штатный CarPlay. Так, вот у нас есть штатная магнитола с оригинальным CarPlay. Берем нашу коробочку, берем USB кабель и подключаем в USB магнитолу. Индикатор начал мигать, то есть эта система начала загружаться. Но сейчас подождем, переходим в App Connect, CarPlay, соединиться. При первом подключении может не сразу подключаться. Удостоверитесь, что у вас телефон разблокирован. Нажимаем ОК. Вот загрузился рабочий стол. Вот я уже поставил здесь некоторые приложения. Допустим, Яндекс.Навигатор. Здесь удобно, что при нажатии на экран у вас высвечиваются кнопки «Назад» и кнопка «Домой». Можно удобно сразу выйти назад на предыдущее окно или на главный экран. Потому что если вы нажмете на магнитоле, то магнитола выйдет на свой рабочий стол. А так как вы находитесь в среде CarPlay, вам нужно внутри этой среды перемещаться. Так, но интернет сейчас не подключен, поэтому голосовой поиск недоступен. Navitel. Ну, все. Навитальчик работает. Так, попробуем просто музыку включить. Так, все работает. Плеер. Здесь можно открыть полный список приложений. Здесь все, что вы можете установить себе. Можно поставить оболочку вот такую. CarWeb Guru. Такая довольно-таки популярная. Из нештатных. Telegram можно поставить. В принципе, любое приложение на Android. Play Market. Ну, я в учетку не входил еще пока. Так, что еще? Ну, любые приложения, которые только ставятся на Андроиде, можно настроить и здесь. Настройки здесь предельно простые. Такие они немножко усеченные. Так, дополнительные. Угу. Под паролем. Пароль я не знаю пока. Ну, в принципе, тут ничего больше настраивать пока мне не нужно. Ну, вот такой Android Box. Железо тут у него не супер, конечно, топовое, но и стоит он не 30-40 тысяч. Такой Android Box стоит, ну, в среднем по России его продают за 25-27, а у нас на сайте он стоит порядка 18. То есть, в принципе, как бюджетное решение для штатного монитора, в принципе, неплохо. В ближайшее время сниму обзор еще на модель Android Box более высокого класса. Там железо будет гораздо мощней, памяти больше, процессор мощней.
Вот, и тоже протестирую его, покажу, как он выглядит, как он работает на магнитоле. Поэтому, если вам тема эта интересна, подпишитесь, пожалуйста, лайк поставьте. Но у меня пока все. Задавайте вопросы в комментариях. Всем удачи, пока.